Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Страх у этого человека проявляется необоснованно. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Число 6 этого имени символизирует высокую нравственность, подлинную доброту, а также красоту, гармонию и любовь. Эти люди услужливые, заботливые, домоседы с огромным чувством ответственности за судьбу близких, чуткие, полные тепла, уравновешенные. Эти люди создают вокруг себя благожелательную, спокойную атмосферу. Эти люди дружелюбны и общительны. Окружение ценит в них умение создавать вокруг себя приятную, доброжелательную атмосферу. У людей с этим именем всегда имеется свое мнение на любой счет. Их невозможно ни в чем переубедить, несмотря на их чувственность и доброту. Из-за своей неизменной привлекательности они зачастую дают своим партнерам повод для ревности, но, как правило, это безосновательно. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле, способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Эти люди всегда доброжелательны по отношению к окружающим, обладают даром создавать вокруг себя приятную, спокойную атмосферу. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.